Интересный факт. За всю историю Фред ни разу не сыграл ни одного кавера. Все попытки были ни о чем. Значит, ты запизделся за брехню. Ты отсюда вылетаешь. Ну, как пример, допустим, самый простейший. Где зарублен кавер на аматоре. На трек, у которого у тебя просто отсохнет рука даже пытаться первый же момент играть. В темпе так он есть, в темпе. То есть от одной этой стружки у товарища Брюкуна сразу же высохнет рука полностью. Тем более еще если так вот задолбать. 11 лет назад. То есть ты, господин Брюкун, заплатил бы, ну у тебя просто нет, но очень много денег, чтобы твоя попытка сыграть камеру была бы хотя бы на 3% так же ни о чем, как это. Кушаешь, брехло? Поэтому, как бы, да, традиционно брехло обрехалось, было со стрима изгнано и будет теперь утопать в своей несчастной зависти. Стреляет заебись, конечно.